Почему важно вот оттуда выйти, да, почему важно проработать этот опыт и подняться нам вверх? Потому что пока вы находитесь вот здесь, у вас идет постоянная связь с темной частью подсознания. Вот когда вы наверху, на вас не влияет негатив подсознания, не влияет, он отключен. Вы находитесь в зоне, вот помните той вот светленькой, да? Он на вас не влияет, когда вы находитесь, переживая вот эти все эмоции, а по сути вы находитесь вот в этом моменте, да, вы все равно с ним связаны, то у вас открыта дверь ко всем остальным таким же негативным моментам, и они также начинают на вас влиять. Почему говорят, что после тяжелых шоковых событий начинает все рушиться, начинает рушиться здоровье, начинают рушиться способности, потому что на вас не только это событие влияет, а вы как бы попадаете в такую темную зону, как в чулан. Вот представьте, вы были на первом этаже, и тут все красиво, чистенько, там ваша кухня, там, да, и вот вы открываете дверь в чулан, а там крысы, там какая-то грязь, там какие-то там, не знаю, протухшие овощи. Ну, у всех чулан разный, допустим, вот такой чулан попался. И вот вы, пока вот вы там находитесь, вы все время натыкаетесь на этих крыс, вляпываетесь в какую-то грязь. То есть нужно оттуда уйти. Чтобы оттуда уйти, нужно это событие полностью проработать.